Какой прекрасный день в Форесте! Привет, друзья, с вами Спикер, и мы в Форесте. Сегодня мы, друзья, найдем краску, мы сделаем подиум и будем уже реально вожаком племени Абадуя. Либо Абадуя, даже не знаю, как правильно. А хотя есть вариантик. Окей, Google. Нет, такого не существует, так что продолжим. Хорошо, продолжим, что у нас есть. Нужно найти уже деревню, мы найдем деревню, сделаем уже подиум, найдем краску, чуть погодя, я покажу, где это находится. Но сперва нужно сделать подиум, чтобы уже встать так сверху на подиум, и реально придут уже аборигены и будут нас молиться. Потому что мы же вожак. Мы вожак племени Абадуя, так что давайте уже сделаем. Нам нужно найти уже мясо, нужно уже и маленько поесть, нужно водичка, ну, в принципе, есть мясо. Хорошо, добежим, нам осталось буквально чуток пробежаться эту опушку леса и да уже добежим до лагеря аборигенов. Как-то сегодня у нас аборигенов очень мало, конечно, я бегу уже пол карты, их все нет и нету. Мы маленько запакались уже. Хорошо, идем уже пойдем, покрасимся в красный цвет. Реально наш главный персонаж красится красным цветом. И абориген начинает на него молиться. Это будет реально круто. Собрать уже много аборигенов, и они реально будут молиться. Мы стоим на подиум сверху, и будет круто. Интересно, как смотрится уже в сетевой игре? Можно обмазаться, и реально аборигены будут молиться. Можно даже сделать такую схватку аборигенов. Хорошо, мы уже добежали до лагеря, и посмотрим. Нужно найти уже, наконец-то, водичку. Маленько подождем. Подождем. Хорошо, побежали дальше. Нужно найти водичку уже, пополнить запасы, маленько поесть и уже сделать подиум. Можем будем строить именно вот тут, в нашей деревушке. Так, у нас получается, водичка находится где-то из ангаров. Вот не там платики. Кажется, вот тут. Мясо у нас есть, так что мы не будем убивать бедных животных. Так, вот наша водичка. Наконец-то вода. Ну, давай уже напьемся воды. Так, как-то разлетелось. А вот есть. Баночка одна есть. Вот даже 4. Мы пополнили. Хорошо, мы, наверное, все-таки перекусим. Я уже поставлю постройку и начнем строить. Так, есть еще водичка. Так, давай-ка. Какой список, черту? У нас, видимо, какие-то новенькие здесь. Новеньких у нас нету. А список у нас довольно пассажиров большой. Можно, конечно, попробовать всех найти, но мне кажется, всех невозможно пока что найти. Видимо, разработчики все-таки не добавили. А где, интересно, наш подиум будет стоять? Мне даже интересно. Ну, в принципе, вот у нас есть ровно место. Можно даже, чтобы смотреть его как-то в центр, чтобы реально в центре аборигешки стояли и молились на нас. Это будет круто. Но у нас получается закат именно с той стороны. Получается, значит, нужно стоять как-то именно вот так, чтобы реально было на закате. Это будет круто. Хорошо, нужно найти местечко такое реально удобное. Хотя у нас есть вот такое маленькое пространство, можно именно вот тут и начать строить. Угу, точненько. Хорошо, мы сперва сначала перекусим. Какие-то у нас полотенца. Перекусим и начнем строить. Так, секундочку, нам нужно костерчик. Кирешки готов, поджигаем. Пока ж нет аборигешек, нужно строить, конечно, нам нужно побольше динамита. Вот у нас есть динамит. Наберем уже и будем взрывать его. Хорошо, бросаем миску. Камушки какие-то. Какие к черту камушек выкинем? Набросаем. Ох, даже ногу. Ну хорошо. Скалываем и ногу тоже. Хорошо, будем уже взрывать уже. Нужно начинать взрывать. И давайте начнем уже построечку. Нам нужно сперва найти уже. Ну, в принципе, место у нас идеально, мне кажется, подходит так для нашего подиума. Надеюсь, он ровно встанет. Вроде бы ровненько. Хорошо, побольше деревьев. Побольше деревьев. Ох, хорошо. Нет, плохое местечко. Нам нужно хотя бы два дерева срубить. Ну, тут, в принципе, можно два дерева. Давай-ка сюда бросаем. У нас какая-то получилась записка. Что там интересно даже? Ох, какой взрыв-то. Ох. Сейчас обергешку. Ох, там даже и то дерево задело. Это круто. Хорошо. Что у нас с мясом? Нужно перекусить уже. Скоро уже стемнеет. О, сколько места. Ну что, закрумкали? Одно место достаточно, походу. Ох, нет, давай-ка еще. Мы, походу, ногу съели. Ух ты, какая гадость-то. Так, мы, походу, перекусили нормально. Хорошо, начнем построечку. В дождь, конечно, мне не очень хочется покраситься, потому что, я думаю, наша краска уже сойдет. Мне нужен, по идее, сделать подиум, а подиум обычно я делаю из лестниц. Эх, вот таких, кажется. Сейчас посмотрим. Нужно поставить как-то ровненько. Ровненько поставим. Вот прям и отсюда начнем плясать. Вот так поднимаемся уже наверх и становимся на подиум. Это будет круто. Интересно посмотреть уже на эмоции аборигешек. Так, ну примерно вот так нужно сделать. В принципе, высота достаточно, хоть и можно даже еще выше. Ну, вот так. Окей, шки готовы. Всего же 18. Ну, в принципе, нормально. Хорошо, начинаем уже строить. Сколько нужно? 4. Около 5 деревьев нам нужно срубить уже и поставить. Первый привод мы уже поставили. И давайте продолжим. Нужно еще парочку деревьев взорвать. А, в принципе, только идеально только местечко. Ну-ка, давай-ка взрываем. Пока что нет аборигешек, потом найдем краску. Находится она практически тут рядом. Так что далеко бежать не придется. И большие баба. Ух ты, ух, ух, сколько деревьев прямо на мою сторону. Реально, даже в ушах загудело. Разработчики, походу... Ох, там еще упало, прямо на постройку. Слушайте, реально,
динамит стал довольно эффективен на деревья. Даже не знаю, как на монстров и на аборигенов, но на деревья стал гораздо эффективнее, потому что я постоянно взрываю деревья. Я не очень-то люблю рубить, это слишком долго, особенно обычным топориком, либо самодельным каким-то из камня, из палочек. Это, конечно, очень долго. Так, сколько осталось там? Так, у нас всего лишь там... Всего чуток осталось 9. 9 бревен. О, сколько тут дерева-то. Ху-ху. Но руби, походу, я очень много. Можно, конечно, что-то еще построить будет, потому что они потом просто пропадут, и все. Ну, с каждой обновой у нас появляются новые деревья. Даже появляются на тех местах, на которых, по идее, не должно быть. Это, конечно, мы уже видели. Так, сколько там осталось? Кажется, еще ходки 3, и уже наша постройка готова. Можно даже сделать и перила. Можно даже из костей сделать перила. Но, конечно, нам нужны трупы. Аборигены реально молятся. Мы кидаем взрывчатку, и они разрываются. Хо-хо, что я придумал? Это довольно будет прикольно. Хорошо, осталось... О, последнее бревно, друзья, и готово. Можно даже сделать и перила. Вот так уже наша лестница готова. Мы вожак племени Абадуя. Абадуя. Хорошо, что у нас есть. Нам нужно перекусить. Перекусить нам не надо. Нам нужно найти краску. Но у нас, по идее, идет дождь. Я думаю, краску у нас смоет. Хорошо, мы все-таки продолжим нашу построечку. Нужно сделать уже перила. Вот прям из костей. О, круто будет. Ну-ка, построим прям вот отсюда. И до верха. До верха можно даже и прям наискосок вот так. Получилось, надеюсь, нормально. Маленько упали вниз. Ну-ка, давай-ка еще разок. Прям на самый краешек. О, готово. Ну, в принципе, ох, да, круто. Хорошо, и еще на другой стороны. Потом уже убьем аборигенок и достроим эту перила. Так, нужно прям снизу. Снизу до верха. Я очень, конечно, дотошный. До таких построек мне нужно каждую детальку, прям нужно до каждого миллиметра поставить. И это очень долго строим. Ну, в принципе... Да, симметрично получилось, круто. У нас есть парочку костей. А, кстати, у меня есть кости. Ох, у нас есть кости в тюрьме. Ну-ка, быстренько сбегаем уже. Пока что у нас идет дождик, можно, конечно, и постройку сделать. Аборигенов я тоже не вижу. Так, это дело, конечно, можно убрать. Она работает. Да, она работает, можно, конечно, взорвать ее. Окейшки. У нас очень много костей. Ух, сколько костей. И можно закончить. Хотя, конечно, хотелось бы и днем увидеть, как аборигены будут нас молиться. Но все-таки придется, видимо, это ночью посмотреть уже. Хотя можно подождать уже поспать уже и прийти уже на следующий день. Так, сверху у нас. Ну, готов. Всего лишь 2 ходки. И с одной ходки мы практически все закончили. Какие же есть трупы-то. Так, хорошо, давай-ка опускайся. Довольно быстро опускается. Раньше это было очень долго. Так, забираем еще. Собирал костей здесь очень много, конечно. Тут был у нас костерчик, да. Помню, по прошлым роликам костерчик, вот как раз еще один костерчик. Было довольно жарко. Жаркие ночки были. Были, конечно, очень много мутантов. И в прошлых роликах можете посмотреть. Так, хорошо, у нас, что у нас? То практически готово, это готово. И тут осталось всего лишь 1 ходку. И наш подъем готов. Можно даже сделать такую еще дорожку. Прикольно придумал. Хорошо, сделаем еще дорожку. Пока идет дождик, можно маленько и что-то похимичить. Так, секундочку, где у нас находится дорожка? Если честно, я ни разу не строю. Так, секундочку, где наша дорожка-то? Так, давай вернемся назад. Кажется, я пропустил все-таки. Так, дорожка нужна. Нет, тут нет дорожки, тут точно нет. А, вот наша дорожка. Я не посмотрел с другую сторону. Так, интересно, она умеет крутиться как-то? Мне нужно, по идее, вот именно вот так поставить уже. Вот так. И уже, в принципе, ровненько стоит. О, и пошел вперед. Слушай, а сколько интересных камней надо? Эх, ровно стоит? Нет, не ровно. Я же реально дотошный очень. Я каждую детальку переделал по 20 раз. Сейчас прям вот так нужно. Готово вроде. Ну-ка посмотрим со стороны, как она уходит. Ну, в принципе, о, ровно. Ровно уходит. Нужно. А, интересно, она умеет как-то... идет зигзагом, что ли? Так, ну хорошо, хотя бы чуть-чуть сделаем. Вот так, готово. И, кажется, нужен всего лишь 1 камушек. А мне кажется, как-то быстро строится. Хотя нужно камни, у меня камней нет. А нет, у нас есть камни. А почему она не строится? Какой-то глючок, видимо, происходит. Так, а, прям вот тут находится, прям в центре нужно находиться. Эх, нужно еще камушек. Так, возьмем катанку. У нас уже стемнело, и у нас идет дождь. Ну что ж такое? Реально идет дождь, и нам нужно уже покраситься в красный цвет и ждать аборигенов, когда они придут и начнут на нас молиться. Так, нужно мне, по идее, камушки. Камушек уже много. Так, косточки заберем. Окейшки, готово. Вернемся и достроим наше перила. Перила получилось офигенно, конечно. Будет дорожка еще. Можно же сделать дорожку уже куда-нибудь уже из лагеря. Так, здесь у нас, походу, готово. Нет, остался последний камушек. Всего лишь 1 камушек. Быстренько найдем его. Так, 1 камушек есть. Ох, сколько камней-то.
Так, мы набрали очень много и закончим нашу дорожку. Такую мини-дорожку. Секундочку, готово. Ну что, период тоже закончим? О, кишки готов. Хорошо, я предлагаю все-таки пойти поспать, потому что пришли аборигешки. Сколько? Ну, у нас, по идее, идет дождь, даже не знаем. Красится, конечно, без толку. Мы все-таки пойдем, наверное... Ох, сколько их там, а это было круто, потому что их реально очень много. Эх, где-то погоди 2 секунды, закончится дождь, и мы отправимся, конечно же, уже покажем краску. Мы покрасим красный цвет. Открывай скорей! Еще скорей! Ну, успел. Мы уже в нашем лагере и сможем... Как же напугало. Наступило утро, а ночка была очень жаркой. Аборигешки нам даже не дали поспать. Ох, сколько трупов. Я здесь убил 5 аборигенов и еще за... И еще нужна ветка. Разработчики, конечно, добавили очень интересную функцию. Нужна ветка, чтобы открыть эту ловушку. У нас нет веток и, походу, уже не сможем выбраться. Тут закрыто и у нас там закрыто. Разработчики, что это такое? Даже не понимаю. Хорошо, можно подняться через верх уже и уже найти ветки уже снаружи. Была очень тяжелая ночка, у нас идет дождик, но я хочу показать, где находится эта краска. Краска находится возле этого лагеря, как вы поняли, друзья, и из этих амбаров. Так, ну-ка перепрыгнем. Так, у нас получается один амбарчик и есть ниже, еще ниже. Так, нужно ветки. Ветки, то есть эти тряпочки заберем мы. Интересно, а сколько у меня тряпок? Тряпок, мне кажется, очень... Ох, 813! Ох, где их столько набрал-то? Конечно, я играю очень давно, уже 150 день выживания. И вот наша краска, друзья. Я, конечно, не буду ей воспользоваться. Просто берется она, и наш главный герой красится в красный цвет. И аборигены начинают нас молиться. Надеюсь, вы поняли, где это находится, наша краска. Так, хорошо. Ну что у нас? У нас нужно, по идее, перекусить, набрать маленьких веток. И все-таки подождать, когда дождь закончится. Уже покрасим в красный цвет. И все-таки подойдем. Я хочу все-таки этот лагерь маленько изменить. Я даже начну прямо сейчас его. Нужно сперва... сперва нужно взорвать его. Так, взорвать будем, кажется. Так, окей, у нас есть. Нужны детальки. И уже начнем взорвать. Так, два динамит, будет довольно эффектный взрыв, и нужно как-то его переделать. Хотя, мне кажется, не очень хочется сломать. Хорошо, чуть погодя, конечно, делать это сломаю. Можно же и в ролике, может без ролика. И нужно как-то перекусить нам. У нас есть мяско. У нас только есть аборигены, которых я уже поел. Так, о, есть мясо. Походу, аборигенов все-таки был. Кролик. Жареный кролик с утра пораньше. Эх ты, какая вкуснятина. Хорошо. Маленько почистим здесь. Какие-то головы. Голос, сапоги, жесть. В моем лагере происходит черт знает что. Так, это мы дело уберем. У нас получилось довольно интересный подиум. Ну, конечно, будет интересно, когда дождь закончится. Он очень долго идет уже. Кажется, около суток. Маленько сделаем здесь шмон уже. Пойдем возьмем взрывчатки. У нас взрывчатки уже нету. Но, кажется, она не респанулась. Потому что мы не перезахлили на сервак. И взрывчатка наша не появилась. Хорошо, открываем эти сумочки. Там есть у нас батончики шоколадные. Они очень нужная вещь, особенно в походе. И водичку тоже мы возьмем. Так, мне нужно еще, по идее, таблетки. И водичку тоже набрать нужно. Так, почему идет так дождик долго? Черт его знает. Так, хорошо, еще веревка. Веревки у нас тоже много уже. Так, ну что, вот наш подиум. Ух ты, реально, у нас там рассвет получается. Ах, у нас заказ с той стороны. Хорошо, какая разница у нас получилась, довольно красиво. Вот так уже аборигены будут на нас молиться. Подойдут и будут молиться. Когда же этот дождь закончится, реально? Нужно уже покраситься в красный цвет и уже встать на этот подиум. У нас газировка была, мы уже это дело забрали. Так, нужно было просто перезайти на сервак, и она бы и появилась снова. Так, а что интересно можно еще сделать к этому подиуму? Можем маленько даже что-то достроить. Даже не знаю, что до него еще достроить. Можно поставить черепки. У нас есть, по идее, очень много черепков, 4 штуки. Ух ты, да, это будет довольно интересно. Так, ну-ка, секундочку, где наши черепки находятся? Так, кажется, практически в конце. Так, вот наши черепки. Можно даже в начале сделать. Прям в начале дорожки, либо прям у входа. Давайте, наверное, сделаем прямо у входа. Как-то маленько покрутим. Нет, слишком покрутил. Вот так довольно ровненько. Прям в начале можно и потом уже в конце. Ну, можно прям вот так поставить. Так, у нас, в принципе, есть 4. 4 черепка и 4 черепка как раз поставим. Это будет... Так, секундочку, нужно как-то ровненько поставить. Вот именно как колбасты. Вот так. И сверху тоже поставим. Только развернем, наверное, в другую сторону. Так, развернем прям в ту сторону. Вот так будет зрелищно смотреться. Да, нужно сделать постройки, сперва сделайте все постройки, а потом уже вот так не получается ставить. Ну хорошо, все-таки ух, закончился дождь, ух, все, бежим. Хорошо, это дело мы убираем, мы достроим всего лишь 2 черепка и бежим к краске, друзья. Сейчас нужны ветки. Жесть, ух, сколько веток, веток здесь у нас много. Сейчас быстренько сварганим и уже продолжим.
Так, еще ветки. Нам нужны еще ветки. Там, по идее, по три ветки нужно. Окей, кажется, готово. Пока один готов, черепок. И второй черепок готов. Хорошо. Отправляемся к нашей краске, покрасимся и будем ждать аборигенов. Надеюсь, они уже прибегут. Аборигишки, аборигишки. У нас есть динамит? Динамита у нас нет, маленько пошуметь. А у нас хотя есть взрывчатка. Можем маленько пошуметь, и они должны... Пойди. О, какая красивая радуга. Нет, все-таки динамит я оставлю, когда их буду взрывать. Они будут молиться, а я просто возьму их и разорву. Это, конечно, предательство. Это не очень хорошая вещь. Кажется, аборигены уже бегают. Либо показалось. Хорошо, бежим. Наши краски находятся прям... Вы уже поняли, где находится. Последний амбар и прямо возле СКВ. Тут большой камень стоит. Так, ну что, нужно попить водички? Попили за наше здоровье. А таблетки? У нас нет таблеток. Ну, в принципе... И, друзья, мы уже красный абориген. Как видите, мы покрасились в красный. Даже одежда покрасилась. Ух ты, да, это круто. Так, уберем зажигалку. Уберем зажигалку, возьмем вот такой топорик, вот такое оружие. Мы теперь настоящий абориген. И прикольно. Кажется, как похоже маленько на мумию. Покрасилась одежда и маленько похоже на мумию. Хорошо, пойдем уже наверх. Мы встанем наверху и будем ждать аборигенов. Они придут к нам и будут молиться. Интересно, а сколько максимально их будет возле нас? Ну, штук, наверное, думаю, 5, возможно, точно. Они будут стоять и молиться нас. Аборигешки, где вы находитесь? Нам нужно, по идее, развести костерчик и поставить уже что-то жариться. А вот наше жаркое. Ну-ка, стойка. Как-то быстро убегает. У нас даже нет никого. Хотя у нас есть парочка аборигешек, которые можно расчленить и уже положить. И абориген тогда гораздо быстрее бегает. Так, это у нас получается нет, это у нас... Я думаю, аборигены пришли. Ветка есть у нас? Эх, сколько аборигенов. Хорошо, берем одного аборигена. Пойдем там пожарим уже. Там тебя пожарим и продолжим, наверное, встанем уже на подиум. И будем ждать аборигенов. Реально, на жаркое бегут гораздо быстрее. Ну, пока что никого нет у нас. Так, все спокойно. Спокойно, тихо. Надеюсь, у нас не будет никаких мутантов. Интересно, а мутант у нас тоже будет на нас молиться? Ну, кажется, такой функции нет, такого скрипта у нас нету. Хорошо, у нас есть костерчик. Ух, да. Так-ка, ух, можно даже поесть. Ну, давай-ка, поедим. Ну, и так захрумкали. Нам нужно маленько развести его. Ну-ка, давай-ка разведем. Это жесть, а он опять ест. Это уже черное мясо. Ах, нужно... О, ем. Окейшки, готово. Хорошо, нужно разрубить аборигешку и уж закинуть в духовочку нашу. И, по идее, нужно прибежать на запашок. Нормально. Так, одна нога, а где вторая? Так, хорошо, достаточно одной ноги. Запашок у нас уже будет. Так, окейшки готовы. Ну что, запах пошел? И прибежал очень много аборигешек. Ребята, ну что, проверим? Давайте на колени и начинайте молиться. О, сколько? А вон некоторые сидят, походу, молятся. Ну-ка, пойдем посмотрим. Я даже не знаю, на меня или на меня. Меня, наверное, заметили и ушли в сторонку молиться. Можно же с помощью взрывчатки. У нас есть взрывчатка. Так, ну что, подкрадываемся. Другие идут. О, сейчас забросим. Прям к ним туда. Сейчас будет большой бабах. О, прямо к ребятам. Эх, некоторых зацепило, некоторых нет. Ну что, маленько побросаем, слушайте, довольно много слава аборигешек. Мы, по идее, красный. Мы должны быть... Они должны молиться. Ребята, давайте молитесь. Видимо, не очень-то хотят. Хорошо, у нас есть мушкет, можно маленько подстрелять их. Красотка. Ну-ка, ребят, молитесь. Слушайте, их реально стало много. Ух ты. Умри. Умри, это кто-то не будет молиться. Слушайте, их реально очень много стало в ночное время. Так, ну что, стоят двое. Ах, вот, друзья, вот о чем. Маленько распугнули его. Так, чувак, давай молись. Не хочет. Ну хорошо, начну врешь. Ох, куда он залез-то? О, вон, походу, их не вожак. Залез на сам верх. Такого у нас раньше не было. Так, ну что, в принципе, не очень-то и дерутся. Ну вот некоторые у нас молятся. Все верно. Молись и умри. Так, ну что, ух, сколько их тут, а? Вижу двух вожаков. Нужно, конечно, их убить, наверное. Конечно, это работает, но не на всех. На самых тупеньких работает, а вот на умных нет. Ну-ка, давай-ка молись. Нет, у нас умные. Куда снова наверх залез? Ну, в принципе, вот у нас есть глупенький аборигешка, и он должен, по идее, молиться. Какой-то шукер поднялся и не начали бегать-то. Ребята, что вы бегаете? Они, в принципе, нас не бьют, но, в принципе, и не молятся. Ну, как-то 50 на 50. Я уже побежал. Хорошо, друзья, на этом мы закончим. В принципе, у нас такая тихая, спокойная ночка. Мы покрасились в красный цвет, и после дождя, я думаю, это все дело смоется. И краска появится на том же месте. Промахнулся, что ли? Так, перезарядил. Очень быстренько перезаряжает, конечно, когда нас бьют. И увидимся в следующем ролике. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!